Сегодня я буду сажать огурцы, сорт Зозуля, он всем известен, длинные плоды у него, вкусные, сочные, хрустящие, без горечи, без пупырышек, просто гладенькие, сочные плоды, длинные вот такие. Я помню, что эти огурцы сажала моя бабушка. Моя тетя, огромный ей привет. Вот первый раз я буду сажать эти огурцы. Знаю, что этот сорт самоопыляемый. Можно выращивать в теплицах и в открытом грунте. Ну вот, больше мне про него ничего не известно. Посажу я его вот в такой вот круг, у меня там на дне древесные всякие там опилки, сено. Сверху плодородная земля. Перемешанная с перепревшим навозом. Ну вот, все я это посадила. Все сейчас польем. И накроем. Давай, наверное, нет. Вот так вот. Раз. И два. Создадим эффект парничка. Так как огурчики еще очень маленькие, рассада очень еще любенькая. Так что вот. Всем спасибо. Спрашивайте, если что-то может непонятное. Или, может быть, есть какие-то советы, дать мне хотите. Обязательно вас выслушаю. Приму во внимание. Всем до новых встреч на моем канале. Если вам понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до новых встреч. Пока-пока.